Всем привет. Спасибо, что пришли после бурной ночи на первый доклад. Миша традиционно любит ставить меня в начале программы. Я его за это яростно ненавижу. Если надо будет ставить оценки, поставьте мне, пожалуйста, 5 звездочек, если я почувствую водителем такси, который об этом просит. Но безотносительно. Я о чем хочу поговорить. И на самом деле мой доклад, после того, как я тут вчера по ипподрому погулял, кажется чуть более релевантен, чем обычно, потому что я хотел говорить о том, начинать говорить о том, с чего не учат, почему это важно, почему важны финансовые метрики, почему важно понимать, как работает голова у финансистов, которые потом все ваши затраты и все ваши доходы считают. А сейчас, кажется, погуляв по ипподрому, у меня родилась другая мысль, которую хочу с вами поделиться. Если посмотреть на те продукт-кэмпы, которые происходили раньше, мы увидим, что там стояли Яндекс, Авито в качестве стендов. А сейчас пройдем, и там банк, банк и банк. Банкиры, они, в общем, те же самые финансисты, поэтому деньги считать любят. А учитывая смещение IT-отрасли как раз в банковскую среду, или среду, нет, среду, вот это. Кажется, что работа с финансовыми метриками становится все более и более важна, поэтому если я расскажу для вас что-нибудь новое и буду полезен в вашей будущей карьере, наверное, это будет благо. Так, поехали. Собственно, идея этого доклада началась с того, что на каком-то из предыдущих продукт-темпов мы остались после его окончания с некоторой тусовкой и начали обсуждать, чему сейчас учат или не учат менеджеров продуктов. И один из тезисов, за который я зацепился, заключался в том, что вся история про экономику продукта, она заканчивается на том, что учат считать юнит-экономику. И в моей картине мира это категорически неправильная история, потому что на самом деле за выручкой и за экономикой продукта стоит сильно больше, чем там условно одна статья дохода, две статьи затрат, которые обычно в юнит-экономику ложатся. Собственно, каким образом компания смотрит на эти затраты, каким образом вся эта история ложится в управленческую отчетность, я хочу сегодня поговорить. Как после выхода из профессионального образования менеджер продукта определяет себя сам с точки зрения того, чем он работает, зачем он работает, чем он живет. Это вся история, господи, я фоню. Эта вся история на самом деле хорошо складывается в понятие прораб. Человек, который по набору формальных признаков управляет процессом. Он говорит, что из каких материалов собирается, какая стратегия устройки, какие логики стоят за тем продуктом, который он делает, ну и координация работ большого количества людей, которые занимаются разнообразной деятельностью в рамках разработки продукта. Маркетинг, продажи, там, разработка, там, какое-то проектное управление. Но это все координационная работа. И все хорошо, все нормально, но есть один нюанс. Это самовосприятие. А как выглядит восприятие со стороны компании? Как вы думаете, какая сейчас будет картинка вот за этим слайдом? Шило многорукий. Вот это роль менеджера продукта с точки зрения компании. Покажите мне деньги. Потому что на самом деле одна из самых бесячих историй в современном продуктовом управлении заключается в том, что куча народу думает за user acquisition, и мало кто думает за экономику, которая за этим стоит. Мы видим, ну, сейчас уже меньше, но там какое-то время назад видели большое количество компаний с многомиллионной аудиторией, которые тупо сжирают инвесторские деньги на бесконечный рост. И до сих пор у них не то чтобы хорошо сходится экономика. Понятно, что деньги сейчас дешевы, на рынке их много, их привлекать становится все проще и проще и проще. Но когда-нибудь этот мыльный пузырь схлопнется, и мы получим определенное количество спецэффектов, например, в виде доверия к тому, что кто-то хочет запустить что-то новое. Это плохая история. Поэтому, вот считайте вы свою юнит-экономику, и все отлично, как я сказал. Обычно юнит-экономика считается вот так. То есть у нас есть прайс,
У нас есть стоимость, у нас есть определенный набор затрат, который за этой стоимостью лежит. Все, баста. А когда вы приходите с этим расчетом к финансистам, они обычно показывают вам эту картинку. Поэтому давайте пройдемся по P&L, который с точки зрения того, что называется в финансовом учете международные стандарты финансовой отчетности или МСФО, формирует управленческую отчетность и картинку на уровне компании. Первое, самое главное с точки зрения продукта, доходная статья, единственная доходная статья P&L, это выручка. Выручка до каких-либо расходов, которые за ней стоят. Если у вас рекламная модель, то сюда кладется вся история, связанная с рекламной выручкой, программатик, директ, там, рекламные сети, whatever, какие-то джар-активности, которые приносят деньги. Короче, все, что приносит вашему продукту плюс, ложится сюда. И, соответственно, чем детальнее все это разбито по блокам, тем больше информации вам это дает. Потому что любая статья, которая есть в P&L, она показывается в нескольких срезах. Первый срез, в котором она показывается, это результаты прошлого периода, прошлого года или прошлого месяца. Второй срез, по которому это считается, это история бюджета. Как вы планируете свою доходную или расходную, там дальше будет часть, на этот год. И, соответственно, третий срез, который там есть, это год до настоящего момента, year to date. И, соответственно, чем более детальная разбивка, тем больше информации вы можете подчерпнуть из того, каким образом вы зарабатываете деньги. Ну и там дальше будет, соответственно, как вы их тратите. Тут все, в общем, просто и понятно. Мы получили деньги, деньги упали на счет, мы отразили это в учете. Дальше начнется интересное. Второй раздел P&L – это cost of sales. То есть это ужины с партнерами, это комиссии рекламных сеток и, по большому счету, все, что так или иначе можно впрямую отнести к тому, что вы тратите для того, чтобы зарабатывать. Но всякие рекламные активности, всякие маркетинговые активности сюда не входят. Это именно прямое взаимоотношение команды продаж с рынком. И как первый показатель, результирующий в P&L, мы имеем gross profit. Это, соответственно, прямая выручка минус прямые затраты на продажу. Зависло? Зависло. Зависло. Кликер не работает. О, кликер работает. Нет, не работает. Нет, вот это нормально. Но кликер все равно не работает. О, работает. Отлично. Да-да-да, сейчас заработает, все нормально. Direct Expense, на мой взгляд, самая важная часть P&L, потому что это конкретно та история, это прямые затраты, которыми вы управляете. Если вы ими не управляете, у меня для вас плохая новость. Вы не CPO, не Team Lead, вы исполнитель. Потому что прямые затраты – это бюджет. Это конкретно та часть, которую в конце каждого года вы закладываете в качестве своих расходов или предполагаемых расходов на следующий год. Все, что здесь написано, это как раз история про составляющие бюджета. Что вы будете тратить для того, чтобы у вас появился продукт. Все еще? Нет? О, да. А еще это как конкретно та самая часть, которую очень любят резать. Составили вы свой бюджет, говорите, для того, чтобы сделать продукт в следующем году еще больше, лучше, приносящий нам больше денег, мне надо 10 миллионов. Приносите это своему руководителю, он говорит, у тебя есть 4. Дальше вы начинаете договариваться. И то, что вы получите в результате договоренности, по большому счету, приведет к тому, что с этим вам придется жить следующий год, ну, по крайней мере, до какого-то пересмотра этого самого бюджета. Вдруг у вас получится получить дополнительные деньги в результате рефоркаста. Первая и самая важная составляющая
этого бюджета, это фонд оплаты труда, то есть люди. Сейчас мы с вами немножко поиграем. Кто считает, что ФОД состоит из зарплаты? Поднимите руки. Я закончилась. Так, понятно. Сейчас будет для вас отдельный спич. На самом деле ФОД состоит из большого количества разных вещей, но игра на этом не закончилась. Вон, видите, в уголке там квиз. Я сейчас буду показывать последовательно некоторые составляющие фонда оплаты труда. Если вы считаете, что эти затраты в ФОД входят, поднимайте, пожалуйста, руку. Договорились? Отличный план. Зарплата. Единодушно. Фриланс. Уже менее единодушно. Премия. Суточные. Налоги. Страховка. Командировки, конференции. Выходное пособие при увольнении. Резерв неотгульного отпуска. Ну ладно, не все так плохо, как я думал. На самом деле, часть из этого в ФОД не входит. И это все, что так или иначе относится к конференциям и командировкам. Потому что это входит в другой раздел PL, и об этом мы поговорим дальше. Все вот это вот, это на самом деле затраты на людей, которые в любой технологической компании, ну, за исключением там истории про там телекомы, которые сильно вкладываются в капитальные затраты, являются основной, ну, одной из основных затрат при производстве продукта. А теперь, внимание, вопрос. Квиз закончился, просто вопрос навскидку. Как вы думаете, относительно зарплаты, какой поправочный коэффициент стоит употреблять для того, чтобы взять, сделать из зарплаты фонд оплаты труда? А? 50, 1,5, 2. На самом деле 1,66, 1,7 – это самое близкое значение. Сильно зависит от регионов, сильно зависит от того, на какой организационной форме находится ваше предприятие. Но если брать базу, то где-то 1,7 – это более-менее корректная величина, которую рекомендуется использовать при составлении бюджета. Дальше. А? А, для IT-компаний, которые имеют аккредитацию в Минцифре, да. А в Сколково это НДС, это отдельная история. 7,4%. Да, а если аккредитация в Минцифре, 7,4%, и это только ЕСН. В Сколково 14%. Да, в Сколково 14% вместо 34%. Вот, не суть важно. А почему отдельно упомянулся отпуск, что характеризует вот эта вот картинка, которую мы уже 1,5 года, в общем, видим с большим трудом. Есть довольно бесячая со стороны топ-менеджмента и HR обычная история, когда к вам, как к руководителю, приходят специально обученные люди и говорят, что-то у твоих слишком много отпусков неотгуленных. Так, ну-ка быстро всех взял, выгнал в отпуск, все срочно сходили в отпуск. Ты такой начинаешь думать, господи, я сейчас, этот уйдет на 20 дней, этот уйдет на 1,5 месяца, почему, зачем, мне тут дело делать надо. Тебе говорят, не-не-не, в отпуск, срочно все в отпуск, чтобы не больше 10 дней было неотгуленного. Почему это так происходит? На самом деле математика очень простая. В тот момент, когда на вас или на вашего сотрудника начисляется отпуск, а компания обязана резервировать средства в бюджете, в расходной части бюджета на тот случай, если вы неожиданно решите продолжить свою карьеру в другом месте. И это отягощение бюджета, это минус, который кладется в расчет EBITDA, и как результат, чем больше накопленных отпусков, тем больше денег туда зарезервировано, и значит, что вы не можете их потратить на что-то другое. Отдельно смешная история, когда человек, у которого накуплено много отпусков, получает повышение. Компания должна дорезервировать
деньги, исходя из всего неотгуленного пула отпусков, просто потому, что этот человек может в любой момент встать и уволиться, и ему надо будет это заплатить. Это в довольно крупных организациях является существенной статьей, которая влияет в том числе на те KPI, которые стоят у большого количества руководителей в виде финансовых метрик, до которых мы дойдем дальше. И именно поэтому так быстро все встали и пошли в отпуск. Отпуск – важная тема, но не последняя. Есть еще… Кликер все еще заедает. О, есть еще офисные затраты. У кого офис с чаем, печеньками, кофе, машинами и всем вот этим вот прекрасным… Вы наносите непоправимый расход своему бюджету, поздравляю. А у кого пропускной режим и безопасники стоят? Это тоже здесь. Все, что так или иначе относится к офисной инфраструктуре, я не имею в виду IT-инфраструктуру, я имею в виду именно офисную инфраструктуру, начиная от телефонии, заканчивая безопасностью, но не информационной, физической. Пропускной режим, печеньки, кофе, 24/7 доступ, спортзал, все, что так или иначе завязано на офисную жизнь и ее обеспечение, это здесь. И да, это тоже надо бюджетировать. А следующая статья прямых затрат – это маркетинг. Все, что вы можете себе представить. SEO, SMM, телевидение. Вот я вижу большое количество брендированных футболок и толстовок, например, у меня. Это все вот здесь. А есть отдельная… Господи. У меня такое ощущение, что шарики блокируют. Да. Да. Пиар – это тоже здесь. Организация выставок, вот стенды стоят. Тинькофф, Сбербанк, ВТБ – это все вот здесь. Но командировки сотрудников – это не здесь, это дальше будет. Есть отдельная смешная статья затрат внутри маркетинга, выделенная вообще в отдельную категорию. Называется она обычно… О, шарики не блокируют, классно. Она обычно называется IC, то есть Intercompany. Сейчас все больше и больше крупных компаний имеют такую штуку, как Центр финансовой ответственности, или сокращен ЦФО, или большое количество продуктов в рамках одного зонтичного бренда. Периодически эти продукты оказывают друг другу услуги. Я какое-то время назад работал в крупном медийном холдинге, где… Было некоторое количество медийных проектов, каждый из которых являлся своим ЦФО. И в тот момент, когда реклама одного проекта размещалась на другом проекте, затраты прилетали вот сюда. Доход, кстати, тоже. Тут есть трюк финансового учета. Трюк финансового учета заключается в том, что в рамках одной компании деньги, переложенные из одного кармана в другой, становятся в два раза больше. Кто может сказать, почему так происходит? Да, потому что в одном случае ты их отнимаешь, соответственно, минусуешь из налогооблагаемой базы, но при этом учитываешь в доходах, в другом случае это твой прямой доход. Это никак не влияет на количество денег на счету, но с точки зрения управленческого учета это рабочий трюк, который вполне себе влияет на капитализацию компании, и им вообще не стесняют пользоваться. Дальше. Хостинг и компьютер релейшнс. Тут есть много всего прекрасного, и одна из самых больших проблем при бюджетировании заключается, ну тут, по-моему, вчера Аслан об этом говорил, опять же со ссылкой на меня, заключается в том, что аппаратные мощности бюджетируют в тупую, то есть прямо. Нам сервер стоит 10 тысяч долларов. Мы кладем в бюджет 10 тысяч долларов, и потом сильно вылетаем в оверхеды. В тот момент, когда сервер пришел к нам от поставщика, нам надо поставить его в дата-центр. Потому что аренда стойки, потому что электричество, потому что охлаждение, потому что программное обеспечение, техническое обслуживание и все, что стоит за. Я обычно в этом месте говорю, что, дорогие друзья, пожалуйста, в тот момент, когда вы подходите к бюджетированию, начинайте думать о том, сколько железа потребуется вашему продукту для того, чтобы что-то с ним может происходить,
могло происходить. Придите к своей команде эксплуатации и выясните. Это как с фотом. Есть зарплата, есть все, что сверху. Вот здесь то же самое. Есть сервера, есть все, что сверху. Придите, поговорите, заложите правильную цифру, потому что в противном случае вы будете удивлены количеством расходов, которые вы получите в этом месте. Ну или тупо использовать поправочный коэффициент. В зависимости от того технического стека, с которым вы работаете, он может варьироваться там, от 1.5 до 3, 3, если вы работаете там, с каким-нибудь вендорским big data стеком, типа лицензионных хадупов и же с ними, потому что они сами все стоят крыло от космолета. Но если это там, базовые сервера, которые обеспечивают рантайм деятельность, то можно вполне себе 1.5, 1.6 использовать. А, компьютер REST для сотрудников, все что-то, да. Дойдем. Это отдельная история. Дойдем. Соответственно, рабочие места, компьютеры, все, что так или иначе завязано на осуществление деятельности с точки зрения IT-стека. Теперь дошли до конференции. Это обычно кладут в раздел «Другое». А кто из вас приехал сюда за счет компании? Поздравляю, вы нанесли расход своей компании, который будет учитываться конкретно вот в этой вот истории, в разделе «Другое». Сюда кладут обычно все то, что не могут быть впрямую отнесено к регулируемым статьям отчетности, то есть то, что было выше. Соответственно, все это закидывают в другое, в той детализации, которую вы считаете нужной. Если вам приходится с этим работать, поговорите со своим финансовым директором, спросите, а что мы кладем в другое прямых расходов? Вам дадут простыню. И, соответственно, когда вы подойдете к бюджетированию, вы эту простыню сможете использовать. И вот тут мы подходим к тому, что мы досчитали свою юнит-экономику. То есть это... выручка минус стоимость продаж минус прямые затраты. На этом обычно в образовательных программах по управлению продуктами история заканчивается. В нашем случае мы на серединке где-то. Этот же показатель с точки зрения финансовой отчетности называется Direct EBITDA Before Allocation. То есть то, что мы считаем как прямые доходы, и прямые затраты. Дальше начинаются аллокации. Аллокации – это то, что отделяет юнит-экономику от вашего KPI, если у вас в KPI стоит EBITDA. Каким образом считается аллокация? Сейчас, с формальной точки зрения, в индустрии принято делить все функции в рамках компании на три части. Первая часть – это технический блок. То есть все, что так или иначе связано с технологиями. Это может быть эксплуатация, это могут быть инженеры, это может быть управление продуктом, но все, что так или иначе связано с созданием технологической ценности. Второй блок – это то, что считается коммерческим блоком. Продажи, маркетинг, все, что связано с распространением и продажей продукта. А все остальное – то, что попадает к вам в аллокации, называется поддержкой. И сюда входит HR, PR, бухгалтерия, финансы, казна, офис, безопасность, техподдержка. Ну, в общем, вы сами прочитаете. А также есть некоторые общие части, которые, с одной стороны, формально связаны с коммерцией или с продуктом, но при этом работают на всю компанию, а не на один конкретный элемент. Это все, что ложится в оверхед, это маркетинг, общий корпоративный маркетинг, это общая аналитика, бизнес-аналитика чаще всего. И самая большая статья затрат, которой здесь нету. Идеи, идеи, мысли, чего не хватает. Что еще может входить в общее? Топ-менеджмент. Люди, которые получают больше всего денег, и которые эти деньги радостно бьют на всю компанию. Соответственно, каким образом у нас базово считается аллокация?
Есть несколько способов. Первое – это аллокация относительно фото. То есть весь фонд компании или группа компаний бьется на определенную процентную разбивку по долям, и в соответствии с этими долями сумма вот этих затрат аллоцируется на тот или иной продукт или тот или иной проект. А второй вариант, который я тоже видел в своей жизни, это разбивка аллокаций, прошу прощения, но по выручке. Чем больше ваш продукт зарабатывает, тем большая часть аллокаций на него падает. Что из этого более честно, я не знаю. Я вообще считаю всю вот эту вот историю не очень честной. Люди, которые дополнительную ценность не создают, но при этом обеспечивая жизнедеятельность компании, они вполне себе в моей голове могли бы лежать где-нибудь оверхедом и суммироваться уже на уровне общего PL компании, а не на PL какого-то отдельно взятого проекта. Но управленческая отчетность устроена таким образом, что необходима детализация, необходимо конкретное применение затрат на какой-либо проект. Живите с этим. Отдельно сюда же в аллокации входит Форекс. Что такое Форекс? Представьте себе ситуацию, при которой у вас есть взаимоотношения с какой-нибудь компанией за рубежом. И эта компания должна вам заплатить определенное количество денег в валюте. Согласно стандартам бухгалтерского учета в Российской Федерации, вы обязаны сделать аллокацию тех средств, которые вы ожидаете от зарубежной компании, в рублях на свою бухгалтерскую отчетность. За то время, которое прошло от момента аллокации, то есть от ожидания выручки, 2 минуты, 3 минуты, 4 минуты, что-то типа того, то время, которое прошло от аллокации выручки в бюджет до поступления этой выручки, курс может измениться. Соответственно, плюс или минус, он упадет сюда. Он упадет как раз в доход или расход от курсовой разницы. Отняв от нашего предыдущего показателя все вышесказанное, мы получим директ EBITDA. И это конкретно тот показатель, который вы видите в своих KPI-ях, если он у вас там есть. Если вам говорят, что ты у нас отвечаешь за EBITDA. EBITDA будет твоим KPI-ем на 50% твоей премии. Здравствуйте, речь идет вот об этом. И это на самом деле показатель, который считается не в абсолюте, а в проценте. То есть мы берем самый первый показатель, который говорит, что у нас есть выручка, мы берем результат минусования и говорим, сколько процентов от выручки у нас остается здесь. Ставим его в KPI, плачем горючими слезами, прощаемся с 50% своей премии. Думаете, это все? Нет, чего-то не хватает. Осталось чуть-чуть. Есть налоги. Мы говорим о показателе, где у нас есть банковские кредиты, у нас есть проценты по ним, у нас есть амортизация материальных и нематериальных, у нас есть корпоративные затраты. А какой самый яркий пример корпоративных затрат вы знаете? Нет, это там было раньше. Вместе с конференциями. Офис тоже был раньше. Это нотариальные услуги, например. А нотариальные услуги, как и все то, что завязано на обеспечение жизнедеятельности компании с помощью внешних подрядчиков, но в соответствии с государственными требованиями, с регуляторными требованиями, это все кладется вот сюда. И, собственно, отняв после этого налоги, мы получаем вот такую вот лесенку, которая приводит нас к показателю успешности продукта или показателю успешности компании. Потому что только пройдя все вот эти вот минусы от выручки, мы сможем сказать, какая у нас прибыль. На этом мне махали ручкой и говорили, что я уже затянул, поэтому спасибо большое за внимание. На. Мне кажется, что если кто-то даже и спал, ты всех разбудил, все уже забыли про костер, вечеринку, и все загрустили немножко, осознав все, весь масштаб. Давайте, нас поджимает уже немножко время, давайте 1-2 вопроса из зала.
Да, еще раз хотела спросить про амортизацию, почему ее не так считают, как хотелось бы, и насколько она влияет на бюджет. И... Раз, заработала. Классно. А амортизация довольно смешная история. Если мы говорим про амортизацию материальных активов, то прежде всего это относится к IT-инфраструктуре и вообще истории про аппаратное обеспечение. И, соответственно, современная регуляторика дает возможность компании самой определить уровень амортизации для разных типов материальных активов. То есть, если мы говорим о серверах, то я видел компании, которые списывают стоимость, списывают стоимость серверов за 7 лет, видел компании, которые списывают за 3 года. А у компании, которая списывает за 3 года, мы потом радостно списанные сервера закупали КАМАЗами и ставили себе в дата-центр еще год на 4, это нормально. По остаточной стоимости, которая там стремилась к нулю, отличная тема, очень эффективна, экономика просто зашкаливала. А если мы говорим за нематериальные активы, то нематериальные активы зависят от того, защищены ли они с точки зрения авторского права или нет. И, соответственно, вкладывается ли компания в защиту нематериальных активов. И, соответственно, в одном случае, если защищены, это регулируется там Женевской конвенцией. Если не защищены, то компания вправе сама себе определять, сколько именно времени она будет списывать стоимость нематериальных активов и определять эту стоимость в том числе. Поэтому это показатель, который варьируется в довольно широких пределах, но безотносительно этого, по опыту амортизация от полного PL у меня там что-то типа 4-5% total. Леонид, спасибо. Еще один вопрос. Да, Леонид, привет. Там еще один вопрос был. Ладно, привет. Да, классный доклад. Слушай, смотри, вот мы сейчас проговорили, на выходе получили бюджет, но он такой вроде как... Да. Не, это вообще не бюджет. Ну, ладно. Не про то. А, бюджет вот. Сейчас я до него долистаю. В тот момент, когда мы говорим о бюджетировании, слишком много кликов, извините. Когда мы говорим о бюджетировании, бюджет это вот. Ну, окей, но то есть бюджетируются прямые затраты только. Окей, ну да, я немножко, может быть, про другое, про то, что вроде как продуктолог это ведь стратег, который должен понимать, что у него будет через 3, через 5, через 10 лет. Вот. И это уже такая штука у денег, да, как они работают во времени. Так вот, твое отношение к тому, чтобы наиболее обоснованно понимать, сколько у тебя будет затраты через некоторое время, и как их привести к текущему состоянию. Я сейчас про дисконтирование, и вот это вот все. Это необходимые знания или это... Мне кажется, это nice to have. Потому что, ну, я, правда, продуктолог, который стратег, который смотрит на 10 лет вперед, ты про Илона Маска сейчас говорил, да? Я таких встречал, почти не встречал в своей жизни. Плюс ко всему надо понимать, что с точки зрения компании, я рассказывал с точки зрения компании в основном, а ты живешь всегда следующим годом, потому что у тебя слишком большое количество переменных, непредсказуемых в моменте, например, стоимость денег. Когда мы говорим о бюджете, это всегда история про стоимость денег и желание компании их потратить. И, соответственно, когда мы говорим про то, что у нас есть определенные планы на ближайшие 3-4 года, мы не можем сказать, сколько они нам будут стоить, если мы не сделаем что-то в этом году. И, соответственно, мы не сможем сказать, какие затраты нам надо будет понести дальше. Леонид, я тебя уже немножко прямо насильно закругляю. Давай, один вопрос, быстро. У нас уже, это уже ладно, в кулуарах. Да, это уже в кулуарах. Большое спасибо. Спасибо всем.